«Синий трактор» представляет! Ягодки, ягодки, ягодки вкусняшки, ягодки, ягодки, как же я теперь отсюда выбираться буду? Помогите, помогите! По полям, по полям! Помогите! Кто-то звал на помощь! Пожалуйста! Синий трактор! Кукла Лол, это ты звала на помощь? Что случилось? Я тут прогуливалась, а потом оступилась и упала. Не могу вылезти. Помоги мне! Так, хорошо. Только без паники. Сейчас посмотрим. Так, сетка достаточно высокая. Через нее не перелезть. А, тут есть кран! Все понятно. Будем вытаскивать Лол с помощью крана. Синий трактор, а ты уверен, что это безопасно? Не бойся, Лол. Я сделаю все осторожно. Так, с помощью этих рычагов я буду двигать ковш и достану Лол. Но сначала чуть-чуть потренируюсь. Чтобы ковш заработал, нам нужен вот такой жетон. Мы бросаем его в дырочку. Так, попробуем вот этот рычаг. А теперь вот этот. Вот так. И еще раз этот. Так. А теперь на себя. Вот так. Ну, доставай меня отсюда уже скорее, мне здесь не нравится. Ну, хорошо, выходи на середину, и я тебя подхвачу ковшом. Хорошо, иду. А теперь замри и ничего не бойся, я тебя вытащу. Не бойся, Лол, я аккуратно. Трактор, ты почти вытащил меня. Хватайся за меня, Лол. Трактор, ты мой спаситель. Что бы я без тебя делала? Сидела бы там. Ну, я же мальчик, а мальчики должны помогать девочкам. Да и вообще, нельзя оставить друга в беде. Ах, трактор, ты такой благородный! Малыш, давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки! Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!